Мама, ты куда? Ух. До свидания. А перчатки тебе зачем? Ну, мало ли, что там трогать буду. Коронавирус же. Ух. Ты, кстати, не видел мою маску? А, ну да, то ли ртом, то ли руками надо будет трогать что-то. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ну, во-первых, хочу отметить, что у Чаечки прекрасная фигура, такая вся формистая, хорошенькая, да, пойдет. Но, ребята, то, что она, конечно, ну, я не знаю, ее это ребенок или нет, как бы, ну, тут не то, что даже бы, да что такое, извините. Вот так вот. Ее это ребенок или нет, да, вот, и записывает такие тиктоки, как бы, на тему того, что он там будет что-то ртом трогать на свиданиях. Как бы, да, ну я понимаю, что сейчас и детки прогрессивные, там сколько там, по голосу какой-то подросток, может 15, там 14 лет, 16, хрен его знает, да. Вот, я думаю, в этом возрасте как бы они уже многое тоже трогали, конечно, да, ну, ребят, это реалии, я ничего не выдумываю, вы прекрасно все знаете, да, во сколько сейчас теряют свои, блин, девственности, да, и мужчинами так называемыми становятся, да, вообще вот, интересно тоже такой вот прикол, типа, что пока женщина не переспала, типа, ну, этот мальчик, да, якобы мальчик, да, мужчина не стал, как бы, чего за бред вообще, как бы, да, то есть, ребята, все рождаются, вот, и женщины, ну, вот, и мальчики, и девочки, они уже, как бы, это просто в силу нежного возраста, они там, мальчики, девочки, сю-сю-сю, как бы, да, а в любом случае он рождается, если женского пола девочка рождается, это женщина, она с первого дня своей жизни, это уже женщина. И то же самое с этими, с мальчиками, с первого дня это уже мужчина. Вот, так что как бы такие дела. Я понимаю, там, что есть физиология, там первые месячные, там уже там первый секс там, и так далее. Но тем не менее, женского же пола, а не девочкового пола, как бы рождается человек, да? Или я не прав?